have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы здесь в Думе все вместе. Я тут сходил на секундочку, открыл дверь к вратам палача. Сами врата, естественно, я делать не буду, но я думал, возможно, в комнате найдется что-то интересное. Там, к сожалению, не нашлось. Я тут еще походил, посмотрел. Секреты тут впереди. Нас ждет битва. Все вот это вот я облазил. Кстати, а вот это что такое? А, ну, не знаю. Короче, не знаю, тут никаких секретов в этих катакомбах, канализациях вроде больше ничего такого нету. Что, да, у нас есть... это в арсенал надо заходить, да, насколько понимаю. На дробашек. Нет, вот... стоп, не-не-не-не-не, стики-бомб, да. Почему 4? Я же... Я их больше, по-моему, сносил. У меня было такое ощущение, что я больше турелек снес арахном. Ладно. Такое дело. Блин, у нас 19. Мы сейчас тут можем... так, во-первых, перегрев. Перегрев мы точно качаем. Почему у нас столько очков этих боевых? И почему они не потрачены? Что вообще происходит? И почему у нас 5 батарей? Стоп, где-то что-то не сохранилось или... Ага, вот это, кстати, неплохо. После выстрела перегрева можно будет... плазменный урон увеличится на некоторое время. Хорошо, спасибо. Три мода у нас, в принципе, не установлены. Значит... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Быстрое наведение тоже мне надо. Убивайте. Так, 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 это демонов. Здесь три. Время перезарядки крюка. Кстати, да, оно длинное, зараза. Баллистой я вообще не пользовался. И я не знаю, буду ли на ракете. На ракете у меня... А, кстати, можно и не ракету, пулемет. Почему? Она просто выглядит как такая современная базука. Так, хорошо. Увеличивает скорость хождения с турелькой. Да, давайте. Получается, у нас осталось один очок. Один очок. Хорошо. Это мы не развивали, это прокачано полностью. Это не развивали и не трогали вообще. Не знаю, баллиста. Она просто пользует патроны для плазмы, а мне больше нравится сам плазмоган. Тут у нас прокачано на один и еще три надо. Это не так уж и долго. Здесь это мы не трогали. Вот это у нас прокачано полностью. Тут это у нас прокачано полностью. Второе, оно есть, но я им не пользуюсь. Потому что, не знаю, мне кажется немножко бесполезным. Винтовка. Вот тоже надо 3. Но я думаю, есть еще и микроракеты, кстати. Быстрая зарядка. Микроракет. Давай, как раз один очок был. Мы его потратили. Так, Primer Charger. 5 нужно. Я не знаю, на самом деле, на что мне потратить тогда вот эту вот копеечку, монеточку. Потому что у нас прокачано много чего. И учитывая, что я очень много пользуюсь бомбами или липучками... Я бы, пожалуй, вот этого сейчас... Но знаете, в чем прикол? Это начальное оружие, самое первое. И рассчитано на то, что я его изначально буду качать. Сейчас этих пауков-арахнов практически нету. Я не знаю, где еще успею понашибать столько турелей. А гренками липучими я пользуюсь. И здесь мне предлагают, чтобы у меня было 5 гренок вместо 3. Я, пожалуй, сделаю вот это. Да. Теперь все должно стать гораздо проще. Тут мы еще копим, теперь здесь. Вот это, ну, эта штука, конечно, хорошая, потому что я тоже перегревом пользуюсь, но я не знаю, насколько она актуальна. Хорошо, пойдем в костюмчик. В костюмчике у нас
Значит, гренка. Мы ее доделываем. Хорошо. Осталось 5. 5 это довольно... Да, стойте, я же все это качал. Почему оно не сохранилось? А вот это сейчас интересно, потому что я точно помню, что я все это прокачивал. Я еще говорил, что смотрите... Мне нужно еще одно очко протарианца. Я хочу вот это доделать еще. Чтобы... Я же еще говорил, что мы с вами все прокачали. У нас теперь гренки, эти бочки не взрывают нас и появляются заново, еще и дают нам боеприпасы. И 5 батареек, как будто опять... Как будто я в крепости ничего не открывал. Что, извините, происходит? И почему это так? И почему у меня одна дополнительная жизнь? Черт, как я неудачно-то упал. Не-не-не, мне надо понять, на кого мне тратить эту БФГ. Иди нафиг. Там есть просто заряд на БФГ, мне надо понять. На одного демона? Да вряд ли. Ты не офигел? Блин, меня тупо зажали. Мясо. Нет! Это было сейчас офигеть как тупо! Как бы да, я его убил, но... Но какой ценой я потратил БФГшку? Так, стоп. Какого фига, собственно? Иди сюда. Кто меня так бьет? Чё вообще происходит? Почему они все замерли? Ах ты ж урод! Ах ты ж урод! Ах ты ж урод! Меня тут убьют сейчас. Вот его надо было убивать просто как можно скорее. О-о-о-о. Это было сейчас тоже неплохо. Фух. Да, я признаю, я слил БФГшку зря, но... За... Привет, чувак. Стой, 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 мне нужна броня. И хилочки тоже, спасибо. Ну, по крайней мере, мы с этим чуваком довольно быстро разделались, и... Ну, скажем так, он мог доставить нам гораздо больше проблем. Одна штучка у нас появилась, ладно, пофиг. Я немного подзабыл, что где за что дают, поэтому... Здравствуйте. А мне сюда? Ладно, пойдем. Я не против. О, батарейка. 6-я. Получается, теперь я смогу... Да, теперь я смогу. Итак. Что? Мне интересно, почему у нас все сбросилось, ведь мы же... не знаю, это странно, это очень странно. Хорошо, давайте посмотрим... Минуточку, а были ли у нас какие-то апдейты? Может, из-за того, что приходили какие-то патчи? Вот. Или потому, что я в прошлый раз, наверное, поругал Bethesda, они мне такие, ах так, и такие, на тебе. Посмотрим. Тыкс. Нам, пожалуйста, претарианца одну штуку. Я, наверное, где-то внизу пропустил его, да? Хм.
Я знаю, у вас тут что-то приныкано. Не может быть такая большая территория. Ох ты ж. Ёшки-матрёшки. Ха! Стоит! Привет, родной. Стоит, блин, ждет. Ой. Спасибо, как раз то, чего мне не хватало. Значит, костюмчик. Все, с бочками у нас полностью. С гренками у нас полностью. И с хваталками у нас тоже полностью. Хваталки, блин, ладно. Бочки веселья. Бочки на веселье. Нож, должно же быть еще что-то, не? Так, вообще, куда нам? Давайте посмотрим. А, сюда я не могу. Печаль. И сюда я тоже не могу. Тоже печаль. Ну, видимо, сюда, значит. Нет, это секрет. Такой махонький с топориком. Блин, мне кажется... Миночка, их еще не продают. Мне кажется, их могут начать продавать. И я думаю, это стало бы популярно. То есть, ну... Люди же покупают подобные... О, привет. А что такой улыбчивый? О. Меч? Ну, давай. Миночка, это не тот демон, которого я убил тогда, в первый раз. Нам же рассказывали, что как раз мы, получив силы, убили этого демона в самое сердце. Блин, ну меч мы обломали, если чё. Хм. И что-то его так подергало не очень красиво. Интересно, он ещё живой, не живой? А, тут нас... Кстати, да, тут на карте сразу показано, где нас что ожидает. Здесь нас ожидает битва. Короче, чувак, заманал. Да ну не зажимаем, ребят, не зажимаем. Что это дурная привычка-то? Хочу куда-то пройти. О, иди сюда. Хочу куда-то пройти, сразу лезут, не пускают, не пускают. О, не-не-не-не-не, стой, погоди, на какой мы не договаривались. Чувак, под раздачу ни за что попал. Да хорош попадать! Блин, мне надо распилить этого парня. Я просто, я буду бороться с ним гренками, потому что... Почему три? Вот пять. Стой, а какого фига-то? Что-то он очень борзый стал. Да успокойся! Он меня сейчас убьет, убил.
хпшечка. Да успок... Блин, ну что за зажимы в углу-то? Убил. Блин, закончились патрончики. Да ну чтоб тебя. Дайте мне мелочь какую-то. О, мелочь. Привет. Наконец-то. Что-то он в этот раз... Успокойся, блин, шавка. В этот раз он очень какой-то жесткий был. Ну, это... ну так нельзя, ребят. Ай, да ну тебя. Дай броню тогда. Он прям реально оборзевший был. Бегает, скачет, прям спамит. О, тут была птичка. Ну, блин, ладно. Жаль. Получай... Стоп, а почему у меня была только одна жизнь? У меня же их было две или три в прошлый раз. Неужели это мне тоже обнулили? Блин, это было бы крайне печально. Так, хпшка, а тут что? Тут прыжок к этой хпшке был, да? Не знаю, вот эта штука мне сейчас очень не понравилась. Он прям, ну, как бы, раньше он себя так не вел, ни первые, ни последующие. Они как бы, да, прыгают, всякое такое, но они так не спамили. То есть, не знаю, в этот раз как-то было прям жестенько. Ладно. Ладно. То, что у меня не осталось лишних хпшек, это жаль, конечно. Отвлекушки, отвлекушки. Ладно. Поехали дальше. И... Да, здесь у нас... Блин, что-то я подприлип на эту карту. Можно понять, где тебя ожидает бойня, где не ожидает. Ну... The world of Argentinur has fallen. Divided. The demonic energy flows now to the south. And the society you once knew has been replaced by a corrupted world under Maker rule. Жизнь. Это хорошо, что жизнь. Так, ну мне... Туда. Пока, пинки. Блин, я эту жизнь взял не для того, чтобы вы мне сразу слили. Ты горгуль, блин, свали отсюда. Так, этого у меня нету. Значит, будет вот это. Иди сюда. Не ты, значит, ты. Оп, хорошо. Вовремя. Да хорош с соплями своими фиолетовыми кидаться. О! Топливо подошло. Патрон заканчивается быстро. Да, о, еще одна канистрочка, хорошо. Две. Нам теперь бы сейчас бы... О, хорошо, checkpoint reached. Это взяли. Спасибо. Надо еще кого-то распилить. С одной стороны... Где?
Они просто спамят. Я видел. Значит, у меня на луч переключено. Какого фига? Я думаю, это не накапливается. Нет, меня выкинули. Есть, минус пинки. Эти козлы реально задолбывают. Так, очко. Иди сюда. Сочетание пинки и вот этих вот крокозюбров апгрейженных. Не знаю. Они бронированные, те и другие. Я понимаю, что этих глазниц надо с другим оружием вообще сбивать и всякое такое, как бы. Так, возвращайся, сделай в круг. Ни брони, ни жизни, блин, ни патронов, нифига. Куда мне надо? Туда. Как я туда доберусь? Ну, понятно, через здесь. Здравствуйте. Ха-ха, да, хпшку давайте. Я чувствовал, что здесь может что-то быть. Ладно. Есть. А вот и почитушки, которые нам обещали. Итак. Это у нас 12-я, собственно, глава. Которую я потом переведу, прочитаю вам, ребятки. Ну, не прочитаю, попробую пересказать эту историю, которая здесь имеется. Хорошо. Мало. Мало брони. Я его убил слишком поздно, что ли? Аргент Денур. А зачем мне туда? Надо было. Хорошо. Это того стоило. В другую сторону такого нету. Нету. Ладно, хорошо. Две хпшки у нас есть. Фух. Просто такими темпами, как нас тут сейчас мочить стали, то я думаю, две хпшки это не самое плохое, что может быть. На время, спасибо. Я вас понял. А, X это следующее оружие, Z предыдущее. Хорошо об этом узнать в конце игры, приятно. На самом деле я не знаю, насколько это конец игры. Надо посветить все, я вас понял. Нет, это с двух... Ох, мне кажется, сейчас будет неприятно, да? Раз. Два. Ага. Я понял, что мне надо будет сделать. Это не перезарядка, зачем? Блин, вот стоит поиграть немножко в другие игры. И старые привычки-то возвращаются. Хочется и на F5 нажать, и на R нажать, и всякое такое. Бойня? Неизвестно. Почитушки. Почитушки — это хорошо. Можем стать умнее. Узнаем что-то новое. 13-я часть.
Видимо, как у нас дела разворачивались-то дальше. Вот эти трое перцев, которых мы убили. Итак, сюда у нас дверка закрыта. Хотят, чтобы мы нажали. Мы-то нажмем, конечно. Но нам надо сначала проверить наличие... Здрасте. Я потом на этом поеду или что? Что происходит? Ну хорошо. Пойдемте тыцать-мацать. Забирать. Забираем монетку. Окей, меч активирован. Через короткий номер. Ну да, теперь нам на этот лифт. В принципе, все ожидаемо. Хотя подождите. Хотя подождите. Ладно, поехали. Бойня, наверное. Я стал почему-то слишком часто смотреть на карту. Никогда этого не делал, и вдруг такой, опа. Ох, там черепок такой. Черепушечка. Нам надо обвалить эту вещь сюда. А этот трон выглядит как трон короля. Самое удивительное, что обычные люстры, камни, все это падает, но то, что нам надо, нет. Нам туда, это я вижу. Фух. Блин, арена? Нет. Понял, где это бульбулятора. Выстрелить это не наш метод. Нужно все, знаете, тактильные ощущения очень важны. Прикоснуться, почувствовать, попробовать. Вы знаете. Так, поехали. Проваливаемся. Случайный чекпоинт вычет? Нет? Нет? Ладно. Вниз! Ой, опять химзащита. Ну... Значит, мы сейчас опять в какое-то говно окунаться будем. Я даже уже понял, куда. Стоп, ребят, за всеми этими стенами нет тайника. Вы мне хотите сказать... О, здравствуйте. Тайника не было, был явник. То, что явно лежит, а не тайны, да, знаете. Так, а пора качать костюмчик. Что я вообще хотел качать? Крея гранату я вообще трогать не буду. А, вот это вот. Наверное, в эту сторону пойду, чтобы у меня карта лучше открывалась и всякое такое. Ну, то есть, я крея гранаты-то не пользуюсь. Я уже забыл и кнопку-то, на какую она вызывается. Ёпперсете, как здесь глубоко. Так, плаваем по говну. Ну, я понял. А, вот так. Вылазь, 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 мужик. Как раз, когда меня это бить начало. Где-то подо мной было написано. Три.
откуда вас здесь столько? Так, бенза нету. Ладно. Я бы на самом деле поставил бы... Блин, там же можно, наверное, в управлении как-то поменять кнопки. Почему-то сейчас об этом подумал. Ладно. Я бы поменял кнопки местами немножечко. Здравствуйте. Бензинчик накопился. Мне туда. Но я хочу пока что посмотреть здесь. Я мог что-то пропустить. Я? Спокойно. Похоже, нет. Именно там, где я пытаюсь осматриваться внимательно и хорошо, тут специально ничего нет. Не знаю, они пытаются усыпить мою бдительность. Вот эти стены всегда выглядят... Блин, зря я распилил этого чувака. Вот все патрики были. Ну ладно. Кинза. Не сюда, видимо, да? Это говно плыть. Предлагаешь туда. Зачем? Там же можно было... Это тоже место, вы чё? Ребят? Там должна была еще раз химза появиться, химзи, да? Нет, уже нет, уже хватит. Дверка открылась. И что мне эта дверка? Понял. Где? Вот, теперь открылась вторая стрелялка, точно. Решили. Чекпоинт рейчит. Хорошо. Так, что у нас по времени? Блин, это было глупо. Не то. Ох, не то. Жизни. А, у меня их нормально было. Это было не жизни, значит. Оу. Чувак, ты просто лопнул. Да мощный ты какой, блин, ёлки-палки, фиг натяжный, пасёшь ты, чего? Иди сюда, патроны дай. Ты нормальный вообще? Чекпоинт достигнут быстро. Ты своему товарищу, блин, это... По башке зарядил. Хоть немножко броню на вас нафармил, и то дело. Заряжено. Стоп, это очень похоже на такой же... Да, это такой же переход, как с той стороны. Прям копия. Ну, значит, нам туда. Почитаем. Итак, история стражей, часть там уже, значит, какая? 14-я получается. Я понимаю, что это все
Интересно. Почему это нельзя было равномерно по игре раскидать? То есть последние сколько? 2-3 серии мы то и дело, что читаем, читаем, читаем. Из нас таких высоких интеллектуалов хотя... Монетка, здравствуйте. Там сейчас бойня произойдет, причем... А там внизу что творится? Вообще адище. У меня есть одна БФГшка. Кстати. Ну, давайте рискнем. Черт. Я об этом пожалею. Так. Монетка. Монетка этого мастера или даже мастера. Значит. Убивайте 5 врагов на протяжении. Пока турель разложена. Я не уверен, что хочу это сюда тратить. Это у меня, кстати... О, у меня уже 2 очка есть, я смогу скоро 3. И потом... Да, наверное, можно будет сюда, чтобы крюк поджигал. Хотя, блин, я в последнее время этим дробашом-то и не пользуюсь. Ракетница. Что у нас будет с ракетницей? Второй захват цели теперь может быть. Офигеть. А почему я этим не пользуюсь? Это странно. Это хорошая вещь. Мне интересно. Я, наверное, пока что оставлю эту монетку. Не буду ее прямо сейчас тратить. И надо будет просто подумать. Возможно, между сериями, за кадром. Надо будет подумать, поразмыслить. Вообще, для меня сейчас вот этот вот дробаш, он прям essential, как говорится. Лучше не бывает. Так, ребятушки, ну поехали. Использовать. Как, что, вот. Надо выковать новое лезвие. Да. Причем этот меч орков такой с зазубринами классно выглядит. Не-не-не-не-не. Да? Да. Нет. Меч. Тотемы. Crucible. Угу. Так, ребят, секунду. Ну что ж. Вот такими вещами я буду заряжаться. Да не сталкивай ты меня, урод! Не достал. У меня будет 3 заряда таких, я так понимаю. Вот, в принципе, тут их разбросано много, но... Он просто пофиг на все. Давайте еще зарядимся. Мы здесь просто пробуем наш меч, то есть вообще ничего не происходит. Пинки, демоны, не демоны. Тотем этот, не тотем. Фишка в том, чтобы разрубать всех. Все, я все использовал. Я, короче, сделал большую ошибку. Одно разрубание на одного демона. Я убил несколько маленьких демонов, о чем я сейчас крайне жалею, потому что фигарить надо было... Не, вот, видите, я сейчас промазал и... Да, там опять эти позастревали. О, привет, чувак. Знаешь что?
Мне нужно... Мне нужны потрошки. Итак. Ну что ж. Не буду лукавить, этот меч необычайно крут. Он просто чертовски крут. Он разрубает любую тварь. О, привет, а ты тут как заблудился-то? Давай еще броньки, я не против. Вот это была сейчас раздача, конечно, крутая. В общем, их можно будет до 3 накапливать, вот этих эмблемок. Каждая эмблемка гарантированно убивает одного из демонов любой силы и величины. Сейчас у него нет энергии. Но это, в принципе, понятно. У нас БФГшка и еще супер крутой, брутальнейший меч. Все, ребятки, на этом серию мы заканчиваем. Продолжим следующий. Пойдем в этот портальчик. И там, я думаю, будет интересно. Я хочу найти еще этих эмблемок. Мне понравилось. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.